Витекунен кинди карачилер эхеги бужакускай бирини карат. Бүгүнү бириге биреги үп онна кредит терелтелеригер идэлекс специалистери белемнир. Жакускай дагы үп онна кенемике коллегер келем турабыт. Тогону сыл тухары бу коллеж эхигер арас суриятчылар финансылар министрдере саха асысыр министрдерин советин бересседетиле социалистический үлө жароя үйренен таксыбыттара. Бүгүнү бириге бу коллеж тухунан сихили билекпит. Финансово-экономический колледж – это один из старейших учебных заведений у нас в республике. Он был образован в 1930 году для нужд финансовых органов. И первый выпуск состоялся в 1933 году. Это 15 выпускников двух отделений – финансово-кредитное отделение и сберегательное отделение. И надо отметить, что в нашем колледже работал Иван Иванович Фадеев. Колледж носит имя выдающегося государственного деятеля, который впоследствии работал министром финансов СССР. Здесь он преподавал, здесь он принимал государственные экзамены, а в целом он работал в Наркомфине нашей республики. И поскольку колледж создавался как кузница кадров для финансовой системы, то с тех пор мы активно, конечно, сотрудничаем с Министерством финансов нашей республики. Оно выступает работодателем, оно принимает участие на 1 сентября, на выпуске студентов, вообще во всех мероприятиях, которые организует финансово-экономический колледж, в том числе очень плотно работаем также по финансовой грамотности. Сегодня колледж – это ведущее, даже правильнее сказать, базовое учреждение финансово-экономического профиля. В декабре прошлого года у нас был представитель НИФИ, научно-исследовательско-финансового института Минфина России. Он нам сказал, что вы единственное учреждение финансово-экономического профиля в Российской Федерации и до сих пор сохранили свой профиль. Знаете, мы до этого честно не задумывались. В 2020 году нам исполнилось 90 лет, и мы об этом не думали. Я действительно, что называется, посмотрела в интернете, оно действительно так и есть. И вот за всю свою более чем 90 лет историю мы действительно сохранили свой финансово-экономический профиль и готовим кадры для финансово-экономической сферы нашей республики и большой нашей страны. Колледж является лидером среднего профессионального образования. Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации проводит мониторинг качества обучения по всем программам среднего профессионального образования. Колледж входил в топ-500 лучших учебных заведений Российской Федерации, в топ-10 лучших учебных заведений Республики Саха-Якутия. Он вошел в топ-100 лучших учебных заведений по проведению демонстрационного экзамена в Российской Федерации. Кроме того, у колледжа имеются и другие значимые проекты, социально значимые проекты для нашей республики. В первую очередь это финансовая грамотность. При нас сегодня существует 3 центра финансовой грамотности. Это региональный центр компетенции по финансовой грамотности. Мы работаем со всем населением нашей республики, волонтерский центр финансового просвещения координирует деятельность волонтеров. Волонтерский центр был создан при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности и Фонда президентских грантов. Также имеется у нас студенческое волонтерское сообщество и региональный методический центр по обучению педагогов общего и среднего профессионального образования. Сегодня колледж – это не только выпускники, не только педагоги, это в целом большая современная образовательная система. Как любая профессиональная образовательная организация, в первую очередь оно ориентировано на получение практикоориентированных знаний. С тем, чтобы выпускник колледжа по окончании нашего колледжа мог уже в полную работать на своем рабочем месте. Это сегодня, если взять вообще всю систему среднего профессионального образования, открываются очень хорошие мастерские с очень хорошим оборудованием, как по федеральным грантам, так и по целевым средствам нашей республики. Поэтому сегодня созданы очень хорошие условия в каждой профессиональной образовательной организации для обучения именно тех кадров, которые сегодня востребованы в нашей республике. И, конечно,
конечно, как мы, учреждения финансово-экономического профиля, тоже активно используем в своей деятельности профессиональные программные продукты. С тем, что, ну, сегодня вы знаете, что цифровые компетенции, они очень важны для любого специалиста, и мы в своей деятельности, конечно, стараемся и делаем, чтобы наш выпускник овладел этими цифровыми компетенциями в своей профессиональной деятельности. Студион сиден ходан белем специалист болан тақсыргар, иди улете эмен сүрін солталақ. Кене колледж бұдыттан белем үшуге улехет әрі бол бапқа, идилек воспитанны кей болан тақсықтақ. Онна анан студенттар, группа кураторлары, преподавательлар, общежитие итәтчілері бір сетімге үлелейбіт. Үлебіт сүрін қайсықаларынан болалар, гражданской, правовой, патриотической идти, духовно-нравственной идти, тюрек бюджетта уле, чел олого тутугу, чеген чебдик болу, бурую омаруну утары улени иди. Кас бирди бу кайсхалар чечелернен арас тахмнах, те тарехиннер, конкурстар, лекциялар итиллалар. Эти ханы чебдигиддер уле быйыл уледин күстехтик сағалата, ол курдук 2-нче хюрбекки сылга, Сахабыт сирен орты өрехтерттен бастықыннан студенческай спортивный клуб арылынна. Итер үлебіт өсі бір сүрін қайсықатынан болар, оғыну жарыптақ боларға сетихи. Колешпіт егінен сүрбе үз арас, қайсықалақ, кружоктар, секциялар үлелілдір. Студеннар бұд таланларын, күйіқтарын арьерге күскеме болалыр. Олар бұд финансовай грамотность волонтердарынан, волонтеры победы штабка үлелен, нағарадалары әлбіқ. Оны тағынан колледж бұд бір кен тұттутынан болыр, пив кубеден аттақ студенческай педагогической әтірәді. Бұ әтірәп біт ақсынегі 10 сағын бәлетәді. Тәрияетчілерінен болалылар Аня Бачкареваден студентка бұд, онына итір үліға директор сол бұятшы Александр Дмитриевна Максимова. Білген хамандырынан сетехелі ікіс курс студентката Нарьяным Хатырова үлелесілчір. Педатриат сүрін үлетеден кырасастақ оғыларға важатайдағын, каникулар кемнергер оғылыру үйретеген арас бірағыниктары оңылары тәрияген. Атриат бұд кәккә сетихилердәғ, атриат хамандыра Нарьяна бұйыл студент года кыттан гран-при қиылағы болан сахабыт сиринчеген Москва корыққа көміскен кәлі. Колледж бұд ігінен ойылға дұробетін көрір істер социально-психологической службы үлелер. Манна улахан болгомта урулар, соконный састарын сите элик студеннар бұдығар, тулайы қалбыт, уанна дұробиянын қатчықтақ студеннар бұдығар. Күйіңгіттен сағылан арас ыйдағы үлелер сағыланын баралар. Қолабыр бастығы курстар адаптацияларын ыя, психологической дұробия ыя, правовой иди ыя, патриотической иди ыя. Онтон датыттар. Итер үлебіт көрдерюдінен результатынан болалар, нар инники көнне сылжағынлара, бараттүнен сайдылақ болалара, кенелер сетихилері. Ол туғынан төріппіттерттен, выпускниеттерттен, бәйлеріттен, үленнен қатшер партнердарттан істер олыс өрюләк күнді. Мен атым болады Соловьев Афанасийден, мен болады Лехмел Ухын бастығын үріптәйіне хелегеттен жағын. Мен болады тұқсыз класскенне бұй өріққа экономика и бухгалтерский учеттен специалистке кірбітен бюджет әттіуір. Білейін, мен үйіз курспын. Бұл бұйыл бітіребен, оның даша ақы қанна өте үлі кейрер, әлі атанданы үрдік өріққа бұржан аправленерінен кейрер хана алақпын. Мен ата бұй өріққа кейрер бір жәнетті қаһеттес класстан кейрекім бар бұдым. Мен күрауыттан білі, мәнің экономика, финансы әттінің білі бұхарар күрдіп іделі ақытым. Оның бастығы қамығын бұй өріққа кейрер бәрден бұхарымыдым. Мен өріғам ата интересіне қоқсады. Та мен бәм бұ Вера направления вам сегодня хумбара было мне хан учёдик улнарим учёдита. Уже экономика тена, например, план счетов им бухгалтерии, я хотя хулета бараран уже учёдик плевен. Блин уже каралан улелан хаглых мне тебе курду каналан нам бевер. Мен практика он молоди о усму нам строжень аспотом. Она то антах биргалера чедера молоди учёдик аспотом ден иделяюттера. Я на Бұл онна үлелі кейрекін бар бақын да яны мен күрін көрбіттірі.
минатым Эверсова Сахаяна. Юхаджан Улухун, Тавалах Бехулегиттен Сылджавын, Коммерсия Ден Специальностка Бастыл Курсу Студжоновын. Бея идетін туғынан оғардық біттен сенәрівін, сылым дейқышып, оны сердетін бұй үреққа үйеріне келбітім. Үреқпін сөбілі бүйін бұ колледжға келбіп біттен олық кәпсім әппін. Үрдік үреқ бұттырын үрдіктінен бұ колледжі талан бұ үйеріне сылджавын. Түші бай барта кәтіспітім күппітім күрдіқ, әсіде интерегіне ебіт. Тағынан экономика, менеджмент, атыерген қамсағының туының әбдіқсаңыны білдім. Оны тағынан финансовай үріқтәйін волонтерабын, осколы ғылыр баран қастады ұру қытан тұрардақпын, колледж ейінің ұтылдар тәрәңдерге, күріқтерге көқтақты күттавын. Оны самай бір ұлыққан сетейімден республиканскай әннекеге қарды конференциятың қайылаға боламын Москваға рекомендация ұлбытым. Оны білеген ол Анна Дютағы форумға Москваға барарын отбора асыл жауын. Бейі колледж пытығыр методической үлі өрі қачыстыватын топсарыйға, оны преподаватель профессиональный тағама сайдарғыр үлі бит. Ол күрді қастаған қайсығанның арқысын үлі бит. Учебно-методической, организационный, оны научно-методической болар. Бейге образовательный программалар бұдың федеральный государственный образовательный стандартқа эпетиллер. Онна социальный партнерлар бұдың кітары сөбелеген білген орабуд. Тоға детерген бұ ортанал үйрек студияна практическа чаға әлбіқ болар. Кенелер навықтары сайдарғар беге образовательный бұ специальный программаларға кенелер үйрене тақалар. Ол күрдік 1С, Smart Budget, онна бисквит программалар болалар. Методической үлені колледж бұтығар методической совет салайын ұйтар. Бұ советка администрация, онна цикловой методической комиссиялар керелілер. Беге сыл сағалын ұйта бұлан тұрыра бұт, онна ол бұланынан үлелей біт. Беге преподавателдер бұт тағымнара үлдерігер арас қайысқаны үлелей біт. Ол күрдік колледж бұтығар қолыбра кенелер ағас ұроқтары ұйталылар, бұланына опыт атастығы ұйты болар. Онна кенелер арас курстарға сылжалылар, конкурстарға күттелілар. Онна преподавателер бұтын сылай үттін бұланнамыт стажировкаға ұйтабыт бұ анан тәрілтелерге. Оны тағанан аттестация ағыларғырыме ұлған көмені ұйтабыт. Тоғыден бұ преподаватель бәйтін аттестациятын бігергетергер, әлбақ критерийге әппетті болықтақ, онна ол критерийінен кені бұ бірілдебіт кәмегер үлені ұйтар. Онны ме ұлған методической үлі барар. Беге әдір педагогтарға анан школы молодого преподавателеден үлелер. Бұманына әдір педагогқа наставник ананар, кене болағына наставник әдір білгілелер. Бұ кене сөбәлі анамалан, педагог қайдақ қайсығаннан үлелек тәғын, методической дәттінен ме үлі барар. Оның кенелер бұ кентенге үлелер. Оның тағанан методической дел ме бұ методика түнен ме көмінің ұрабыд. Сылайы преподавателер бұт арас қабаннақ тәрәңдерге күтталылар. Ол күрдің профессионалды конкурстарға болуын, педагогической ағылар кеме олық сидел ақты күтталылар, білістіақ местелері ұлалылар. Онтон бұйыл әтер боллаққа, бұйыл саңа республиканскай профис болуден конкурс болбыта, манна білге преподаватель бұт Прокопьева Марина Юрьевна, лучший наставниктен бірігіл бұта, онтон ол күрдің әлбіқ. Сетігілер да бар болуқтарыден әрене біт. Мен атын Яковлев Алексейден. Бәе мен сұнтар ұлығыттан көппендейін әйелені жеттен түрітті әқпен. Бұсты курсқа коммерция үдетігер өрене бін. Там бастатан тұран мен қарағас бұттан бизнесмен болар мешітала қадым. Олеген болағына бұ осколон бітерет болаға, бұ таварыстарым, аймақтарым бұ сөбелерінен бұ ефекке кердім. Ефектен отай үшу өйвері қауіт. Тоғы жетек қабылдаға кетді керет коммерсияден специалнасқа келбедім. Ол с коммерсияден хан әйде біт бұ колледжға. Коммерсияден олада предпринимательскі деятелінісқа асығынақ әйде біт. Олеген отай үшуге дегенатын бәйін бағар бұдым. Бәйін бағар бұдым аруын. Бұ маңны кереммен болдағаны өббәқсет егелер ретестім. Например, бұ финансовай волонтерствоға кереммен болдағаны бәйім өттіген үші декардырдым. Әбіқ сетейлер етістім. Өсі бұ научно-практической конференцияға күттамын болаға бәйім бұ бизнес проектінің болаға Москваға көте ұқтақпен. Оны оты үші ғайды білімден әсіл жауын. Преподавателдер бұ оты үші ғайдыр. Кенелер бар болынлар бұ колледжтің нақты қайып тоға дейдір. Наға үші өдік өртелілер, оты бәтті қайдық.
отой мақтана бұн дек қайып. Мен атым Беляева Яна. Бұл ерақпар 2 курсқа өрінің жылын, выпускник бұн. Бәйе мәе қаңылас мая ұртты сколатын бітер бітем. Сколаға қалжын тегін атаққа үдәвін талбатағым. Оларын ФК керіп біттен олғынден өрәбін, онына кен тұттабын. Сылым сұрғынден болық бұр мен чегіне болу үрдікке тардығы онына олық бұр, жоңға сәргеға туғаның ұру, онына главныйымден финансова грамотный болу. Финансовый колледж мен олық бұн сұрдатта жек қойып. Тоғы жетаққа мен манна ұстудион бұғытынан әлбәқ конференцияларға сылжы бұтым. Үрді көріқтәғ, банк дәттінен, өріқ дәттінен салай атшылары, жағалтанлары күтті білсем мен, көрсем мен өрімдейм. Ол күрдік бәйвінен әмекен тұттабын, оны барларығар мақталбын терердіқпін бағарауын. Бұ бігі колледж бітігінен арғас проекттері үліға келдерін үлілтәй жабыт. Ол күрдік ресурсный центр китайский өзікәден бар. Бұл ресурсный центр бұд, кетгенші 19 жылаққа генеральный консул Россия Хабаровске келен арыбыды. Онтын үбілінен, кетгенші жүрбағылттан бұл центр білді тұрар. Керінскай Найбелин Артемовна ұйтар, бұл студенттер бұд, первый, второй курс студенттері китайский язык өретелдер. Английский язык тағынан, неделяға кете, жүй бағылынға фоны кабинет тақтар, оның олар интересті ағылар әлбәқтер. Олтағынан бұл центр түріп бүттерге, осколы олар ұғар, китайский тылға курстары үйтін жөп. Маңдық центрдар ЗВФУ-ға балылар, атындағыны өріқтер көпті, орты өріқтікке, бұл бейі сколыш бүттер бар, республикаға. Олтағынан ұлған проекті ақпыт финансовай грамотностен, өбі қарчыны қайда қапқа тұттарға өретерге. Финансовый грамотность өттінен үс центрді ақпыды. Олата региональный методический центр при высшей школы экономики ден бар. Екітігінші жүрбағылтан білі бит. Олата бігі осколы чұталларын, орты өрек преподавательдарын, детдом, әді центрінің совершенный ретіне баспыта аталларын финансовый грамотность қайдағы өретерге өреті бит. Беге учиталар бұд, преподавателдер бұд, анан белері высшей школы экономики бірін өреміттері. Өрек бұд үшіге еден бұ курстар бұд, учиталарға босқа курстар. Бұ федерация өңілір, оны дистанцион өрте бет, оны нағата бұғастақ. Олаты қолы бір хеттон 2 частақ курс бұд, 2 гүміт үс жаға. Дистанционный бәлір өрінәділер, бігі сылқығы табыт курстарға, оңтын очына дистанционный өрте біт. Олата бұл республика біт, ұшталары бия кәл бәккелер дистанционна өріғылықтырын сөп. Оң өрімет жонларға бігі педагогтарға методическа рекомендация, тоқпар бұл электронна литературын бартын бере біт. Опсайынан 2-тігінші жүрбағылықтан, хүрбе 1, хүрбе 2, тігіншаттан тақса педагог өрте біт. Үсті дағаны бұл кетінші үрбөй сұлға ұғаттылар, бұл басқа қуатаны, оның түгіннен туғанамын педагогтарын ғырабын өренерге, өреққа. Ол тағының кетінші үрбөй бір ғылттан финансы грамотность, региональный центр компетенции по финансы грамотности ғалды бұты, нәйленіне. Ол аты бейді цат олырттан сағалан, қыржағас пенсионердер бұты ғарддылы, тоқпар бұл тәрел дебіт күрдікті бұл центрді ақпыды. Ол центр бітігінен пақа үткілі әйтті ақпыды, оны бейіғі волонтердер балдыр. Ол волонтердер бұд үз центр болыр. Центр финансово просвещение, волонтеры финансово просвещение. Бүгін тоғы оңшы кейлі ақпыды ол центрға. Олада бейі преподавателдер бұд тағынан студенттер, атын өрек студенттер, школы олыра балылар, учиталар балылар, банк үлі Құлаты бұл волонтердер үңірінен осколаларға, тілтелерге, детсаттарға, орты өрекке барандар лекция, занятия, квестигра, мероприятия табыды. Интересіне. Олады қолы бір финансы мошенничество тұғынан бейіға тұқ келер, заказ келер. Бағыстығы тіңден бейге үмбіді өлігеттерін көрді өбіт,
Тебе то надо вот, ебетер банту надо, кайдах кредит легкобуй, кочетых кобуй, ипотека на кайдах то легкобуй, кайдах тургенник, бо канек то на неманан то на кобуй, банк легкетер на грабит, он на куртук. И тин тиреней багае, то направление дех кобуй, да он на бо хотрота тас бот неделя анюр бабаран кетлебит, чёт финансовый волонтер болен, бир неделя улегитте бот. Того сюз бюгони кикиги очень арта. Мероприятие бтгар. Тенчо курту кихе. Интересней бая, бо бастаке рах аямут полар. Тон бо практика на тон келерях петенери не бити. И где-то хурбачи мероприятие бар. Центр бтигинен. Колбарте конкурс старый табы, да, эссе болон, конкурс каких-то методических разработок, рисунков, по финансовой грамотности, но обсайнан. И кетенчо хурбек кыл, вирахчалыттан, орто школларга как обязательный кидде. Предметтер истерегер. Олбар история предметы гар, математика предметы гар, география, деби кудукта. Предмет игинен олар уэрдэллер. Уэрдэ бу олар бут эрдэттэн энник билилях тақсаларын адылах дэхэнэ бит. Оны бихеге бу колледж бут уэлэхэ бит, икса. Бу центр финансовой грамотности тога бухе колледж бут эрдэрэлли бит эдден вопрос бар. Обычно батны регионерга, Россия регионерга барты үлдігөрах, кағатыгар балдыр. Оты бейеқа бұл финансовый колледж, ғоғытық колледж болар де, тоғын өсіл бұтыр жабарты бұд, ғоғытық колледж бұд, бұл именно экономическое направлениеға үлелейх. Олен бейеқа бұл мандық центры, ариялыргар, көміліс бүттергар, Министерство образования, Министерство финансов болған мақталпын дерді бұд. Дүлдеқ бүттен он это нолтаганан дополнительное образование деньде, и бюрох тяхимбар, курсы это быт, раз курсы, да, урок курс это быт босқо, кувата был лахпат на босқо, верта хаты быт, бейбит выпускниктар бытын, да, атын бюрох выпускниктарын, улегеттери, манны курс это балар холобур, операционист банка, один из бухгалтерия, верта бит, да, специалист по госзакупкам, блин, анатлахте, бухучет, юриспруденция, даже тохта юрите бит профквалификация олата икис иденилерди. Бие студентнер бит юрахтерим бутерилерегер холбер экономист көвернер, финансист көвернер, да, олтағанын икис иденилен сөп. Бу атағыстағана олта специалист широкого профиля болар. Олен интересен, бу юрах бит тағынан маннек иделер олар белелері бейға, тын надалах, ордукта. Тот еще уленин робит, улели в тяны вот. Он на робит, ага, бары финансово грамотный был. Каждая отрасль экономики – это определенная, большей части определенная государственная программа. У нас в системе образования тоже имеется государственная программа развития образования до 2026 года, где государственной политикой определены определенные цели. В первую очередь это создать открытое образовательное пространство в системе образования, с тем, которое бы обеспечивало реализацию интересов как самих студентов, школьников, родителей, работодателей. Конечно, перед каждой образовательной организацией стоят определенные свои цели. Мы их называем как миссия учреждений, мы называем их стратегические цели. Наша стратегическая цель – выпустить успешного выпускника. Это не значит только в профессиональном плане, но и, конечно, в личностном плане. У нас молодежь очень талантливая, очень активная, очень замечательная, очень креативная, очень творческая. И очень много слов со словом «очень», что называется. Они принимают активное участие в общественных мероприятиях. У них сейчас есть замечательная возможность принимать участие в федеральных грантах, федеральных проектах. Это просто стажировки 2.0. Россия – страна возможностей. И, конечно, студенты принимают в этом участие. Они у нас выступают как вожатые во время летних и, скажем, зимних трудовых сезонов. Они у нас поют, танцуют. В общем, это абсолютно вот разносторонние и очень интересные личности. И, конечно, работать с молодежью – это одно большое удовольствие. Я думаю, у каждого руководителя, ну, профессиональной образовательной организации, он в любом случае любит свое учебное заведение, предан этому учебному заведению, предан коллективу, предан студентам. И, конечно, он всегда говорит, что мое учебное заведение – это самое лучшее учебное заведение. И я, как руководитель, тоже об этом говорю. Финансово-экономический колледж, в народе мы говорим финтех, это самое лучшее учебное заведение в Республике Саха-Якутия.
Конечно, весь коллектив плодотворно трудится вместе с выпускниками на то, чтобы поддерживать имидж и ту планку высокую, которую дало нам предыдущее поколение вот, ветеранов педагогического труда. Конечно, мы идем в ногу со временем. Это то, что я вот сказала, не только использование цифровых продуктов, это многие и другие цели. Сегодня очень активно развивается непрерывное образование. То есть нашим студентам мы даем, кроме основной образовательной программы и линейку дополнительного образования, курсов повышения квалификации, которые ему будут необходимы непосредственно на рабочем месте. Поэтому, конечно, мы целеустремленно смотрим в будущее и тоже имеем определенные цели сохранять позиции ведущего учебного заведения у нас в республике. Киндигарачылар манан жокускайдагы үпөнна экономика келлеген тухунан бирибит бастыгы чаха түмүктенер. Салгыытын сасын 11-ар частан көрөрүн. Онна биһиги музейге сылжамыт, бу келлес историятын өссө деринник билекпит. Көрсөк кадери.